Всем привет! Всем привет, дорогие подписчики, с вами Дмитрий. И у меня очень хорошая новость. На нашем канале 300 тысяч человек. Я долго откладывал этот ролик. Думал, записывать его, не записывать. Но решил все-таки записать, потому что очень красивое число. И сейчас, секунду. 300 тысяч! 300 тысяч! Господи, где же... А, вот, нашел. Нашел-то что-нибудь. Ща-ща-ща. Главное, нолик один не добавить. А то начнут говорить. У тебя не 3 миллиона, у тебя не 3 миллиона. У тебя всего лишь 300 тысяч. И то вряд ли кто смотрит у тебя уже. Ты уж не торт давно. Ты скатился. И ролики твои неинтересные. И все такое. Хейтеры. Обожаю хейтеров. Па-па-па-пам-па-пам! Я не знаю, что говорить при таком событии. Это очень приятно. Спасибо огромное маме, спасибо огромное папе, спасибо огромное брату, который очень-очень поддерживает меня всегда и... Как локомотив тянет этот проект, можно сказать. Когда накатывают очень плохие, грустные мысли, депресняк, он дает мне такой волшебный пендель, и я начинаю творить и делать для вас годный контент. Продолжаю это делать уже 5 лет, даже 6. 2011, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, это 5. Ну вот уже 2017 начался. Короче... Пять лет здесь, вот на Ютьюбе. Столько не живут. Ивангай там всякие разные. Мистеры Китти, мистеры Макса, они еще не родились, когда я уже тут был и что-то делал. Поэтому спасибо огромное. Брат, спасибо большое. И я очень рад, что у меня есть такой брат. Йоу. Кому еще сказать спасибо? Конечно же, моей жене, моей любимой Александре, Сашеньке. Спасибо тебе огромное, что ты терпишь меня вот такого странного, который закрывается в студии и начинает орать нечеловеческим голосом всякие разные мелодии там, и не попадая в ноты, И вот это вот все. Спасибо тебе огромное, что ты есть, я тебя очень-очень сильно люблю. Это прям сейчас, прям серьезно, сейчас прям очень серьезно. Серьезнее некуда. Также я хочу сказать спасибо тебе, да, именно тебе, тому человеку, кто смотрит вот этот видос и другие мои видосы до этого, ролики, там, литералы, Google Сонги и остальные вообще все проекты. Это же, я тебя не вижу, и... Может быть, никогда в жизни не увижу, но ты не представляешь, насколько ты для меня важен. Ты лайкаешь мои видео, распространяешь их в этих всяких интернетах. Тебе нравится мое творчество. Ну а для творческого человека, который хочет выразить свои мысли, который хочет делать что-то для большинства людей, это просто нереально круто, когда тебя поддерживают. И абсолютно не важно, сколько вас на самом деле сейчас смотрит меня. 20 человек, 200 человек или 200 тысяч. Если... То, что я делаю, кому-то нравится, это прекрасно. И спасибо тебе за то, что ты со мной. Сейчас я озвучу очень важные новости для канала Библог. Первая новость. Здесь, на вот этом канале, на основном канале, видео будут выходить реже. Стоп, подожди, сейчас вы должны возникать так. А почему? Вы так очень редко же ролики выходят. Ты чё, вообще что ли, охренел? Блин, куда же еще реже? Мы хотим сосредоточить на этом канале максимально качественный, годный контент, который есть у нас на канале. Литералы, песни по играм, серьезные какие-то песни, клипы. Вот это. Google Сонги. Если YouTube, конечно, не перестанет удалять их с нашего канала и блочить, блин, нас страйками закидывать. Такое было с последним Google Сонгом. Его просто YouTube удалил. Просто удалил его с нашего канала. Сначала отключил монетизацию, влепил страйк. Короче,
Жесть полная. Его вы можете посмотреть ВКонтакте. Мы перезалили его ВКонтакт, но сейчас ВКонтакте распространяется. Ну а весь остальной контент, который был на этом канале, мы полностью переносим на влог-канал. Я вас искренне прошу, пожалуйста, подпишитесь на влог-канал. Там будут выходить ролики гораздо чаще. По 2-3 ролика в неделю. И музыкальные, и разговорные, и новые какие-то проекты. Все будет выходить там. И вся движуха основная будет проходить там. И мне нужно вас пересчитать, ребят. Мне нужно вас пересчитать, тех людей, которые остались у меня на канале. Это для меня очень важно. Пожалуйста, подпишитесь. Ссылка будет в описании. Ну и в конце плашечка вылезет на влог-канал. Сделайте мне подарок, пожалуйста. Это несложно, а я буду вам очень благодарен. И вторая новость. Близится 1 апреля. Мы, как всегда, для вас готовим ролик. И нет, это не будет школа литерал, не волнуйтесь, успокойтесь, я ваши пуканочки оставлю. По крайней мере, в этом году в покое ваши пуканочки сохраню. Но мы все-таки кое-что придумали. В нашей группе ВКонтакте сейчас идет квест. Это даже не квест, а модное слово сейчас вот. Блогеры вот эти все мелкие, да, которые появлялись тут год-два года назад и думают, что они такие, типа, «О, мы все знаем на Ютубе, мы тут такие старожилы, мы 2 года работаем». Утрите сопли, есть гораздо старшие ребятки. Так вот, я отвлекся. Челленджи. Сейчас расскажу. В нашей группе ВКонтакте появляется пост с комментарием. Вы этот комментарий должны взять и написать под роликом на Ютубчике. Тот, кто первый напишет, окажется в первоапрельском ролике. Только под определенным роликом, не под всеми, под одним. Там будет ссылочка ВКонтакте, под каким роликом надо писать. А то знаю я вас, сейчас начнете писать под каждым роликом комментарии свои. Там как начнете, ох, у меня будет много комментариев. Нет, нужно написать комментарий под определенным роликом. Сейчас это ролик «Шепард, не смотри». Все пишут там. Может быть, ссылочка изменится, поэтому следите обязательно ВКонтакте за постами нашей группы. Там все четко написано. Я плохо объясняю, у меня как-то с текстом лучше получается, что надо делать. Сейчас не могу говорить, у меня уже все. Словарный запас выключился. Поздно записываю этот ролик. Простите. Таких постов будет примерно 20 штук. Ну, 16 точно. Что в итоге получится, я вам не скажу. 1 апреля увидите. Так что сейчас, кто хочет поучаствовать в этой сомнительной авантюре, пожалуйста, подписывайтесь в группу ВКонтакте и начинайте следить за постами там. Хорошо сказал, с первого дубля получилось. Красавчик. Конечно, не такой, как Николай Соболев, но тоже ничего. И, пожалуй, у меня на этом все. Еще раз хочу сказать спасибо вам огромное, что мы все-таки добили это круглое число, пускай оно нереальное, но все равно это очень приятно. А через 10 лет, ну, с моей динамикой роста подписчиков, я просто реалист, через 5 лет будет 600 тысяч подписчиков, через 10 лет, если это плюс 3, 900 тысяч подписчиков, значит, плохой математик из меня. Короче, где-то через 12-13 лет у меня будет 1 000 000. Ха-ха! Круто! Просто 12 лет. Фигня вообще. Сейчас просто хоп и все. Ладно, не буду разглагольствовать больше. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Я вас очень люблю. Вот это сюда там нажимаете, да, куда-то. Что-то вылезет здесь. Спасибо, что... Спасибо. Скажу уже нормально. Спасибо, что смотрели и смотрите, и будете смотреть, надеюсь.